Ну, либо Бахти. Бахти нельзя второй раз звонить. Надо было сказать, что он мне перезвонил как сможет. Почему я не додумался? Ну что, звоним Клаве Коке? Или Давай. звоним кому-то, чтобы кто-то позвонил Бахти, чтобы Бахти тебе Ну, если перезвонил? Клава Кока не угадает, я ей в конце скажу, пожалуйста, позвони Бахти, скажи, чтобы он мне набрал. Клава Кока знает, ты такой Бахти. И да, она знает, но она мне, наверное, не позвонит. Думаю. Звоним Клаве Коке. Давай. Все. Или Амирану Сардарову. Нет. Клаве Коке. Да. Итак, мы звоним Клаве Коке. У нас 20 секунд. Она у тебя записана не Клавдия, а модель Москва. Нет. Слава богу. Клава Кока. То есть я сейчас проиграю, еще и ты мне, как бы, еще и там дома, да, мне взбучку ставят. Клав, у нас 20 секунд. Как давал команду братьям герой песни «Беспечный ангел» группы «Ария»? Пожалуйста, ответь. Как давал команду братьям герой песни «Беспечный ангел»? 5 секунд. Позвони Бахти. Клава Кока успел только сказать «Чего?» Нет. Клава Кока ничего не ответила. Ты теряешь еще 10 секунд, и у тебя остается 10 секунд. Что за 10 секунд я буду говорить? Нам нужно выяснить, как давал команду братьям герой песни «Беспечный ангел» группы «Ария». Группа «Авария». Бахти Москва тебе перезванивает. Да? Перезванивает Бахти Давай. Москва в зачет 10 да, секунд да. по WhatsApp. 10 да. секунд. Да. Бро, какой ответ? Алло, алло. Да. Да, что у тебя там? 5 секунд на ответ, бро, быстрее! Без подняв кулак, без подняв. Спасибо! Ровно! Секунду! Секунду! Вверх подняв кулак! Он говорит, да, что у тебя там? Если ты уже 4 секунды осталось! Бахти ответил, что вверх подняв кулак, вверх поднимая кулак, это абсолютно правильный ответ! Есть! Есть! Да, Бахти, блин, просто красавец! Прям на последних секундах! Бахти, one love! У тебя осталось 10 секунд Фух. На вопрос. Это очень мало. Да. И, это ничто. Это ничто, да. Да. И у тебя есть пятый вопрос. Ага. И 10 секунд на него. И пятый вопрос звучит так. Да. 5,5 километров плюс 3500 метров. Сколько в сумме метров? Еще раз. 5,5 километров. Учительница по математике сейчас сидит такая. Итак, Манукян. Сука. 5,5 километров. Я говорила на уроках, блядь, учи, сука. Плюс 3500 метров. Сколько 5 километров — это 5000 метров. Это значит 5000 метров плюс... Вы условия задачи слушаете? Да, 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 я слушаю. 5,5 километров плюс 3500 метров. Сколько в сумме метров? Валентина Васильевна, 9 тысяч, по-моему, получается, нет? По-моему, это, 8, блядь, это... в истории. А 5, в математике 5. Все четко. А, 8. Какие в жопу 8, манекен? Ты блядь. Какой год тут учишься? 5,5 километров плюс 3500 метров. Да. Сколько в сумме метров? 5,5 тысяч плюс 9, блядь. Правильно. Все, я тысяч правильно метров. Сказал. Сдал, молодец. Смотри, нет. По сути, нужен человек просто, который, ну, быстро Да, считает. Который просто, я ему скажу, скажи 9 тысяч, он скажет 9 тысяч. Я знаю, как А ты идти. Быстро учишься. А я молодец. Да, списывай, товарищи, мое. Слушай, ну, короче, давай, знаешь, кому позвоним? Давай. Не, ну, может, правда кто-то быстро считает? Нет. 10 секунд за 10 секунд — это слишком быстро. Вот у тебя здесь отличный набор контактов. Кто звонит Сочи? Давай Арайку. Кто звонит Сочи-2? Кто это? Кто это звонит Москва? Кто это не может быть? Кто это Москва? Кто это Москва-2? Кто это Подольск? Кто это? Кто звонит Москва? Все неизвестные номера ты записал с эмоциями. Да, 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 да. А кто это звонит Москва? Просто, короче, мне звонят какие-то неизвестные номера. И ты их так записал. Да, потому что, как правило, это... А это правда, да? Ты знаешь, что типа в 4 часа ночи я такой сплю, блядь, мне там... А это правда, да? Да, блядь, конечно. Давай Райку позвоним. Прямо Райку хочешь позвонить? Да, прямо Райку. Прям хочешь позвонить? Да, это... Да. Не Лизе стриптизерши Чарли. Нет, нет, нет. Не... Сука! Блядь!
Может быть, Семен Ваганович Листопад-парикмахер? Ёб твою мать, он из стема, блядь! Давайте позовем парикмахера. Я Семен Ваганович Листопад-парикмахер. Ой, Семен, это реально парикмахер? Да, это реально парикмахер. Да? Да, да. Он типа, знаешь, Семен Ваганович. Старой школы, он типа очень на самом деле, ну, он только вот ножницами стрижет. Нет. Макс Топор. О, блядь, точно нет. Или все-таки Маришка? Нет, это Арай. Какая Маришка? Там нет Маришки. Просто позвоните Арайку и все, хватит палить мои номера! Давай Арайку. Мы звоним Арайку. Точно. Да. Или еще поищем. Мерседес выиграла. Нет? Это, кстати, выиграла Мерседес. Мы это поняли. Мой. Тебе звонит Макс Топор. Мне звонит, блядь, как он почувствовал. Зачет 10 секунд, говори. Нет, не звони. Нет. Вообще не говорим? Нет, не говорим, сейчас не вовремя. Сбрасываем топора. Прям как чувствовал, понял? Сбросили топора. Не-не, бро, подожди, давай это, короче. Ну ладно, Арайку. Да, давай. Все, мы звоним Арайку, уговорил. Давай. У тебя 10 секунд. Давай. Если он отвечает неправильно, ты проиграл. Да, я не обязательно же вопросом зачитывать, да? Ну как, обязательно. Давай, давай. Арайка Ганесян, Москва. Да, да, да. Мы звоним Арайку. 10 секунд. У нас 10 секунд. 10 секунд. 5 500 километров плюс 3500 метров. 5 500 километров. Короче, скажи 9000. Скажи 9000. Скажи 9000. 9000. Все. Я обосрался, блядь, потому что пока я ему, блядь, говорил, десять секунд, ёпта, блядь, кто скажет ты? 5-10-5, блядь, 5-10-5-5, 5-10-5-5. Я бы никогда тебя не попросил на экзамене мне подсказывать. Алло, Давид, тут часть С, не могу справиться. Я бы не... 7! Ой, ладно, Арайка Ганесян под неебейшим давлением сказал 9000. Это абсолютно правильный ответ. 9000 метров. Дава, очень на тоненького. Очень на тоненького. Скорее всего, эту награду ты должен разделить со всеми, но ты победил, и ты получаешь вот этот замечательный приз. Блин, спасибо, бро, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо. На самом деле, спасибо всем тем, кому я звонил. Ребята не подвели, и вот заметьте, все, кто, все, даже бахти, кто перезвонил, да, то есть они все сказали правильный ответ. Вот эту награду поставлю дома. Я думаю, у меня еще будет разговор с Олей. Родная моя, если ты смотришь это видео, знай, все, что было до тебя, неважно. Главное, что ты есть у меня, и все, больше ничего у меня другого нету. Друзья, я самое еще... главное. Я еще вот так все, понял, не переживай. Ну, шмать, ты еще с этого 9 тысяч. Друзья, самое главное, 9. Пишите в комментариях, как бы вы записали Даву в свою телефонную книгу. Я найду самый залайканный коммент, и именно так Давида запишу в свой телефон. И не забывайте подписываться на канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Давид, спасибо тебе большое. Спасибо. Было круто. Спасибо, бро. Спасибо. Спасибо. Все.